Всем доброго дня. Сегодня хотелось бы поговорить про тему насиживания яиц охотничьим фазаном в домашних условиях. Сохраняется в домашних условиях инстинкт у этой птички, либо нет? Вот, периодически яички мы забирали. Ну и оставляли в гнезде. Вот она сколько нанесла на сегодняшний день. Вот сегодня свеженькая яичко снесла самочка. До настоящего момента, конец августа, наша самочка, это исправно, она не переставала нестись даже во время линьки. Она исправно несется. Самец вот перелинял, принимает такой уже окрас. Оперение сменилось, хвост поменял полностью, отрастает уже новый. Но ближе к теме. Инстинкт насиживания у охотничьих фазанов в домашних условиях. Существует ли он вообще? В моем хозяйстве фазанчиков содержим уже более 20 лет. Ни единого случая насиживания яиц и вывода птенцов самками фазанов ни разу не было. В диких условиях у нас, в Белоруссии, в Брестской области, я знаю, что есть фазаны, живут в дикой природе. Естественно, в естественных условиях проживания фазан, чтобы сохранить свою популяцию, размножается. Но в домашних условиях, я так понимаю, что это проблемный вопрос. Поэтому ежегодно мы прибегаем к размножению наших фазанчиков либо путем закладки яиц в инкубаторы, либо, как мы показывали в наших роликах, залаживаем фазаньи яйца под курей. И куры благополучно выводят фазанчиков и смотрят как своих. То есть у нас курица насиживает яйца 21 день, охотничий фазан 24 дня. То есть практически для курицы нет никаких проблем высидеть и вырастить фазанят. Вот такие вот, друзья, мои заморочки в нашем хозяйстве. Не знаю, может быть, у кого-то в хозяйстве были случаи насиживания яиц самками фазанов. Пишите, оставляйте комментарии. Лично в моем хозяйстве такого случая не было ни разу. Вот он, самец, красавец. Если брать другие породы фазанов, были у нас серебряные, они кушали практически с руки, не боялись практически вообще ничего. Охотничьи фазаны у нас тоже не особо пугливые, но все равно, дичь есть дичь. Вот он, телефон под самым клювом. Он особо не пугается, но все равно они мельчишат по вольеру туда-сюда. Петух кокает. После линьки еще зерошенный. Перо только начинает отрастать, так что не такой еще красивый. Ну, хотя хвостик уже практически отрос и начинает, и продолжает расти. Вот такой маленький ролик, друзья. Оставляем комментарии, подписываемся на канал, кому интересна данная тема, чтобы не пропустить наши следующие ролики. Не забываем про колокольчик. Всего, друзья, всем добра, удачи.